По-другому не понимает. Неугомонного дебошира из поселка Верхние Серги суд отправил за решетку на 8 месяцев. Мужчина несколько раз попадался нетрезвым за рулем. Однажды в пьяном угаре даже устроил ДТП, но выводы не сделал. Бегло пройдемся лишь по некоторым фактам. В июле нашего героя на УАЗике остановили сотрудники ДПС. Он лыко не вязал и источал убийственный запах алкоголя. На водителя составили протокол и отстранили от управления автомобилем. Но это не помешало мужчине вновь сесть за руль и устроить нелепое ДТП. С места происшествия он, конечно же, скрылся. Нарушителя поймали и вновь составили протоколы. В процессе оформления наш герой начал буянить, за что ему выписали еще один штраф за неповиновение сотрудникам полиции и отправили под арест. В камере он, кстати, тоже вел себя безобразно. В итоге пьяный дебошир так всех достал, что на него завели уголовное дело. В ближайшие 8 месяцев он будет перевоспитываться, сидя в колонии общего режима.